Врачи ожогового отделения республиканской больницы номер 2 начали применять клеточные технологии в лечении пациентов с тяжелыми ожогами. Специалисты уже произвели 3 забора кожи. Врачи ожогового отделения регулярно проводят сложные пластические и хирургические операции. С подробностями Саргалана Федорова. Ежегодно в ожоговое отделение поступает более 800 пациентов с термическими травмами, ожогами различной степени с обморожениями. Каждому требуется экстренная помощь врачей и длительное наблюдение. Поэтому 50 коек никогда не пустуют. Увеличился детский травматизм. В год поступают около 400 детей. Годовалый мальчик Вася получил термический ожог кипятком. В результате повредил кисть левой руки. Он успешно перенес операцию по пересадке кожи. Рубцы появились. Поэтому проходим тут на физиолечение. Ну, рубцы посветлели, ага, нормально проходит. Через 3 месяца тоже должны приехать. Благодарна это медсестра, медперсоналу, врачам. Для эффективного решения обширных ожогов врачи изучают клеточные технологии. Сегодня на базе клеточной лаборатории Медицинского института Северо-Восточного федерального университета выращивают фибропласты. Новые клетки производят из собственных клеток кожи пациента. В середине декабря планируют перенести фибропласты на рану пациента с обширным ожогом. Данный вид лечения мы применяем своим как бы не впервые, да? Еще в начале 2000-х под руководством нашего наставника, бессменного заведующего Гальниковой Никулиной, мы начали работу в этом направлении с биотехнологиями. Да? И впервые тогда еще попробовали вот такой метод лечения, доказали, что убедили, что он эффективен. А сегодня мы используем именно собственные клетки, свои клетки пациента. Передовые технологии в медицине и золотые руки врачей творят чудеса. Врачи помогают самым тяжелым больным, спасают отмороженные и обожженные конечности. Им удается уберечь жизнь пациентам с 95% ожогами. Изобретено столько раневых прекрасных покрытий, которые способствуют очень быстрому закрытию ран, заживлению ран. Противовоспалительное действие у них, обезболивающее действие. В общем, так далеко медицина теперь шагнула. В будущем отделение планируют реорганизовать центр термических поражений, где будут отделения реанимации, операционный блок, ожоговые отделения для пациентов с острыми травмами, для нуждающихся в реабилитации. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.